Руки на капот. Ловили наркоторговцев в течение нескольких месяцев. В аэропорту задержали уроженку Таджикистана, которая перевозила героин так называемым внутриполосным способом. В санитарной комнате контрабандистки помогли избавиться от опасного груза, и в руках наркополицейских оказались вещественные доказательства. Экспертиза показала, что это героин высокого качества, который, как потом выяснилось, торговцы разбавляли. Привезенный наркокурьером героин, туда добавлялись нейтральные наполнители, увеличивался таким образом вес наркотических средств, ну и предполагаемая прибыль от сбыта этих наркотиков. Героин фасовали в доме на окраине, где задержали остальных участников преступной группы. Во время захвата наркоторговцы не оказали сопротивления и указали место в лесу, где находился тайник. Здесь у меня хранится героин. Покажите. Я хочу сдавать добровольно. В результате на скамье подсудимых оказались 7 человек. Прокуратура потребовала назначить им максимальное наказание. Суд посчитал вину подсудимых доказанной и приговорил участников группы к лишению свободы на сроки от 9 до 17 лет.